В Энгельсе продолжаются мероприятия, посвященные Дню города. В их рамках на Центральной площади прошла торжественная церемония открытия доски почета. 25 августа – день рождения Покровска-Энгельса. В этом году городу 265 лет. В рамках праздничных мероприятий состоялось торжественное открытие районной доски почета. На нее традиционно заносятся лучшие люди города, среди которых передовики различных сфер деятельности – медицины, образования, духовного воспитания, спорта и промышленности. Имена 5 заслуженных покровчан, ветеранов своей профессии, занесены в книгу почета. На Покровской земле располагаются и многие наиболее преуспевающие предприятия области. Самые достойные из них также предстали сегодня на районной доске почета. За динамичное развитие, высокое качество продукции, заботу о сотрудниках и благотворительную деятельность компаниям присвоены звания лучших предприятий года и вручены соответствующие свидетельства. В этом году мы удостоены чести представить на доске почета по следующим показателям. Увеличение численного состава на 30%, увеличение налоговых отчислений. Мы посещаем международные выставки, где представлено лучшее оборудование, которое нами закупается и, соответственно, устанавливается на нашем предприятии, что позволяет быть высокотехнологическим, быть всегда передовым в этой области, и потребители это ценят. Мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы Энгельса.